Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. А в 11 часов вечера мне звонит, это какой звонок? Поздний. Так и ржет, блядь. Блядь, что за слово такое? Шифруется просто. Ты чё, дура? Покажи, что за... Ты, блядь, нет, нет, нет. Ты в спортзале качаешь. Жопу. Ягодицы. Нет. Трицепс, бицепс. Это всё что? Ещё что? Всё, в общем. Блядь. Не мышцы, а по-другому. Я отменила, всё, я отменила. Подожди, нет, зачем отменять? Потому что она видела. Ну что мы должны были даже... Ну они бы вдвоём могли отгадать, ты дура. Я тоже видела слово. А что за слово? Мускулы. Я просто не могла понять, что слово. Да, давай вот для всех слово. Так, она бывает христианская, бывает... Вера! Привет. Я первая сказала, Вазя! Мы сказали одно. Нет, я сказала первая. Никому не защита. Вот иди в пизду, я сказала первая. Мы одновременно сказали. Я первая сказала, Вера, потом да ладно, сказала. А потом я сказала, когда потом. Ты... Сказала. Вы меня обе бесите, цыц! Я пугаюсь. Что там интересного? Вот мы, короче, вот видишь, мы тут играем в хуйню какую-то. Все, что ты готова? Вот просто название игру команд. Бомж Бич и Пукиш. Да давай! Приветик, блядь. Пукиш! Ты готова? Ты молитву читала? Короче, такая срань, которая типа вредная, как поганка, цвета, вот из двух слов состоит цвет и название этого самого. Блядь. Гриба? Ну, поганка это что? Ну, гриб. Ну, а это два слова. Гриб какой? Белый гриб. Вот. А. Короче, блядь, вот когда говорят, например, ты выступаешь первая, Настя вторая, Даша третья, это что? Очередность? Нет, по-другому. Список? У меня в комнате... Порядок? Вот. Упорядоченные в порядке. Ладно, ладно. Место, где коровы, козы, все такое, за ними ухаживают. Как называется? Вот. Нет. За ними, это место, где они все за ними ухаживают. Сука, это ферма. Да. Я хотела сказать сарай. Это я не знаю. Короче, в кроссворде главное вот это вот в столбце, что это? Ебать. Два слова. Ебать. Я не кроссворды вообще не добилась. Дай посмотрю, что это вообще за хуйня. Для чего слово? Ну нахуй ты показала. Все, короче, ваше. Для чего слово, ебать? Главное, я просто уже отпущу сказала. Просто, как, ну... Мы только катана, я не знаю, что это такое, и сокровище. Короче, это все ваше. Бомж Бич. Погнали, Настя. Мы проиграем, Юля. Я знаю. Вот когда на зеркало свет падает. Да. От него солнечный лучик. Да. Блять. Ну, блять, я не знаю, как объяснить. Семь великих вот этих по всему миру, чудес. Как они называются? Чудес чего, блядь? Чудес чего, ну, блядь, надо сказать. Ну, блядь. Герпес. Ну, этим губы красят, короче. Помада. Да. Герпес? Есть большой, а есть... А есть она подумала про шлес. А, маленький. Ну, только мы, блядь, в музыке говорим не маленький, а... Уменьшённый. Блядь! Терция какая бывает? Малая. Ну, блядь, ебать. Это я не Сука. Знаю. Так бы сразу. Блядь, я не знаю. Ладно, сейчас уже будет когда для всех. Уменьшённый. Блядь. Ну вот... Я не знаю, блядь. Ну, это такая хрень. Хрень, только по-другому, блядь. Хуйня. Ну, почти. Шляпа. Настя! Нет, ну это как бы слово нормально, не хуйня какая-то. Ну что фигня. Это? Объясни хотя бы. Но это такая, блядь, это просто вот так, вот когда я вместо... Я могу сказать, ой, это такая... Вещь. А я говорю, ну вот типа вещь, но только по-другому. Шляпа. Ну, на... Штука? Да, штука. Я не знаю, как это объяснить. Пукиши. Надо было... Могла бы сказать косарь. Да. Косарь, что такое косарь? Это штука. Да, штука. Или может быть там, например. Не, я что-то у меня не ассоциируется с этим просто. Именно благодаря мне мы выиграем тупой скотине. Понятно, блять, говно. Тупой скотине. Давай. Хей! Привет. Давай. Сейчас я буду тупить жестко. Пиздец. Давай.
Ты получила... Оскар. Нет, ладно. Фильм, есть страшный фильм. Это фильм чего? Фильм... Ужасов. Да. Ты получила... Стрелять. Ебать, говорит, не показывай. Ты строишь на будущее. Планы. У тебя появилась... Мысль. Блин. I don't know English. Подожди. Нет. Когда, блин, я не знаю, короче, как пропусти. Это. Пропусти. Это тоже не знаю. Ебать сейчас. Это тоже не знаю. На тебя маньяк что делает? Нападает. Какого насилует? У пистолета есть маленькая штучка, если которую не нажать, он не будет стрелять. Нет! Ну, сука, убрать с чего? Предохранитель. Да! Нет, не кому считается. Не зачитай, да. Никому. Ладно. Еще одно слово будет? Нет, уже не получилось. Ну, блядь. Я не смогла сказать предшествовать. Давайте, короче, не так долго будем играть, как в прошлый раз. Давай. Там до часа. Смешно. Настя шуткует сегодня. Бомжуем. Короче, такое место, где животные, животные Запах. Всякие птицы. Нет, а это место, короче, оно в Красную книгу, типа, поняла? Такое есть место. В Красную книгу внесен он. Такой, какой-то он там. Да, ой, ебать, да, еще нет, 100 лет. Нет, нет. Так, что вот я, блядь, как тебе? Пиздец. Ну, блин. Вот у меня прицел какой. Четкий. Ну, почти. Нет. 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 Ну. Четкий, похоже. Ну, слово, четкий, да? Меткий, да, ну почти. Ну, блядь. Зоркий. Я не знаю. У тебя прогноз погоды какой? А. Вот он. Четкий. Нет. Сука, ты, блядь, нервись нахуй. Русский она знает. Он какой, сука? По-русски скажи нормально, по-литературному. Пошла нахуй. Четенький. Юля должна теперь... Точный, тебя... сука! Так нахуй ты сказала, я что могла угадать? Да, вообще-то или Юля, или... В смысле, все. А теперь другое слово? Да! А, ну давай. Я люблю так делать. Мадам, давай.